Нурсултан Назарбаев с официальным визитом прибыл в Минск. Помимо встречи с белорусской стороной, президент примет участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также в белорусско-казахстанском бизнес-форуме и в других мероприятиях. Сегодня на встречу с Александром Лукашенко планируется подписание важных для двустороннего сотрудничества документов. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси в рамках СНГ. Товарооборот между двумя странами на август превысил 375 миллионов долларов, увеличившись более чем наполовину.